все пробовал. Серб, скажи, убить котлету. Они голенькие, голенькие. Нет, это политическое убийство. Никакого бытового нету. Он мне... На чем основан ваш выбор? Ну, на разговоре с ним. За месяц-два до убийства он говорил мне об этом. Что ожидает, в любой момент это может случиться. Он чувствовал, ему угрожали его. Пытались заставить замолчать. Но он не хотел молчать. Жесткая позиция против президента, против этого правительства, этого курса. И... Тот беспредел и насилие, который творится в стране, они являются главной причиной гибели Рохли. Он не первый. Вы знаете, что все предыдущие громкие убийства, ни одно не раскрыто, и власть здесь проявляет полную беспомощность. Кричащих людей. Трагическая смерть вырвала из наших рядов настоящего патриота. Только его идеи, его речи, его дела, его движения могут дальше существовать. И наши и воины, офицеры,